Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. І зараз будемо говорити про Молдову. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Die Welt заявив, що якщо Росія використає Придністров'я для відкриття ще одного фронту, Україна допоможе Молдові. Таке він сказав в інтерв'ю німецькому виданню. І нагадав, що українські спецслужби мають дані про плани Росії змінити керівництво Молдови. Цю інформацію передали президентці країни Майі Санду. Росіяни все це давно спланували, сказав Зеленський. Однак Молдова і Росія не мають спільного кордону, тож як вони мають здійснити свій план? Звідки вони мають відправляти туди війська та техніку? Для цього росіянам потрібні аеропорти. Однак у Молдові є лише один аеропорт у столиці Кишиневі, тому вони повинні використовувати цей аеропорт і всі ресурси Придністров'я, сказав Зеленський. Він зазначив, що Санду ніколи не просила його допомоги, але подякувала за інформацію. Україна завжди буде готова допомогти Молдові, додав президент Зеленський. І ситуацію у сусідній країні ми обговоримо її із Олексієм Тулбере, молдавським політологом, істориком, в минулому постійним представником Молдови при ООН та Раді Європи. Олексій, здравствуйте. Доброе утро. Вот такие интересные заявления от президента Украины о том, что Украина будет готова помочь в случае чего Молдове, если возникнут проблемы с Приднестровьем, и там откроется еще один фронт. Как в Молдове услышали эти заявления, как относятся к ним? Эта возможность сотрудничества по Приднестровью с Киевом обсуждается более полугода. Первый раз в мае прошлого года Киев предложил в ускоренном темпе разрешить Приднестровский конфликт, но мирными политическими методами, просто дав понять Тирасполю и администрации тамошней, что сегодня они не в том положении, в котором могут сопротивляться убедительным предложениям совместным Киева и Кишинева о реинтеграции в территорию Республики Молдова. То есть о деконструкции, скажем так, сепаратистского режима, разоружении российского контингента, который там находится. То есть мы, в общем, на эту тему очень много говорим, и мы относимся очень серьезно к тому, что говорит Зеленский, президент Зеленский. Майя Санду в результате вот этого заявления президента Украины и после получения упомянутого в Брюсселе документа, содержащего план по дестабилизации ситуации в Молдове по смене власти, она вышла на брифинг, в котором заявила об этих опасностях. И мы, в общем, после 24 февраля очень серьезно к такого рода вещам относимся. Ну вот, угрозы, они не теоретические, не гипотетические, а очень даже реальные. Они уже имели место, не только вербально, словесно звучали в адрес Молдовы из Кремля, но, например, Кремль стоит за массовыми протестами, которые имели место осенью в Кишиневе, целью которых была смена власти. Сейчас у нас идут массовые протесты, и они идут на фоне вот этих угроз со стороны Российской Федерации. Организаторами этих протестов является партия ШОР. Партия ШОР. ШОР — это такой олигарх из прошлого страны, скажем так, который замешан в громких финансовых преступлениях, был осужден за мошенничество, отмывание денег на длительный срок судами первой инстанции, но покинул страну. Его партия продолжает действовать на территории Молдовы. И вот эти протесты, они не безобидны, потому что они действительно дестабилизируют ситуацию. Требования протестующих совершенно дикие. И они были сформулированы лидерами партии, чтобы правительство оплатило все
фактуры, платежки за коммунальные услуги, потому что якобы население не может. Ну вот это вот такая политическая программа, такой повод вывести людей на улицы. Поэтому да, мы очень благодарны Киеву за готовность нам помочь. И в общем, эта помощь нужна уже сегодня не столько по результате обострения ситуации в Приднестровье. Это возможно, но пока мы явных признаков того, что Тирасполь собирается напасть либо на Молдову, либо на Украину, мы пока не видим. Там и нападать особо некем, потому что там 1500 российских войск, половина из которых местные жители, ну и местная приднестровская армия, не очень боеспособная, она далеко по территории Украины в сторону Одессы не дойдет. Будут ликвидированы эти подразделения вооруженными силами Украины. Ну и в случае, если они пойдут на Молдову, я думаю, что Киев нам поможет очень быстро с ними разобраться. Поэтому мы-то оттуда не видим пока сигналов. Хотя, повторяю, Россия очень бы хотела Приднестровье превратить в такую еще одну горячую точку. Открыть в тылу Украины проблемную территорию, которая как минимум оттягивала бы на себя, как это сегодня и происходит, но, может быть, в большей степени оттягивала бы какие-то подразделения ВСУ для того, чтобы они не воевали на Востоке. Но нам нужна Украина сегодня даже в том, что касается противовоздушной обороны. Над Молдовой летают ракеты российские, нарушая наше воздушное пространство против нашей воли. Но наши ПВО, в общем, не существует. Мы не можем эти ракеты сбивать. Естественно, вот в этом смысле мы сейчас ведем такие плотные консультации с странами НАТО на двусторонней основе с другими государствами. Ну и по всей вероятности мы будем говорить или говорим уже, мне это неизвестно, но я допускаю, что идут какие-то очень плотные разговоры с Киевом по поводу защиты воздушного пространства Молдовы силами ПВО Украины. Почему? Потому что по земле дойти до нас российские войска не могут, хотя такие планы были. И они прямым текстом говорили о том, что есть планы пройти южным коридором до Приднестровья и так далее. Что, в общем, делало вопрос захвата всей Молдовы просто вопросом техники или вопросом времени. По суше не могут физически, но обстреливать ракетами вполне могут. Тем более, что Молдова не член НАТО. Ну и потом, повторяю, Молдова маленькая страна, небоеспособная армия, не член НАТО, повторяю. И учитывая, что у России успеха в Украине нет, а все там наоборот происходит, в общем, и своим дома особо нечего сказать. Вот посмотрим, Путин сегодня с чем выступит перед федеральным собранием. Молдова в этом смысле становится таким желаемым и желательной целью дестабилизировать ситуацию, сменить власть, посадить там пророссийское правительство, получить в тылу Украины государство дружественное путинскому режиму, то есть Северо-Беларусь, Запада Молдова. Это... Ну, это такая цель, к которой они стремятся. И поэтому вот эта новая логика, новое сотрудничество, которое на фоне войны строится между Кишиневым и Киевом, оно, с одной стороны, естественно, это сотрудничество, с другой стороны, необходимо. И я надеюсь, очень надеюсь, что взаимовыгодно, потому что наши выгоды очевидны, Украина нас защищает, ну, нас и всю остальную Европу, но и мы стараемся быть полезными сражающейся Украине. Не буду сейчас раскрывать все, так сказать, наши возможности, но мы приняли беженцев, мы предоставляем территорию для транспортных коридоров, мы посылаем гуманитарную помощь. Ну, в общем, стараемся тем, чем можем. Поэтому мы благодарны Киеву и будем надеяться, что вот эта помощь
понадобится по окончанию войны для очень быстрого, бескровного политического урегулирования приднестровской проблемы. Когда у Приднестровья просто не останется выбора, она будет вынуждена интегрироваться в Республику Молдова. Алексей, недавно в Молдове были изменения в правительстве. Вот интересно, после того, как случились эти перестановки, как в Молдове сейчас видит решение вопроса Приднестровья? Идут дискуссии. Оппозиция требует, использует язык довоенный, если я могу так выразиться. Да, это люди 23 февраля. То есть они живут в какой-то реальности, в какой 24 февраля не было, не наступило. Они говорят о формате 5+2. Был такой, есть такой формат, в рамках которого ведут переговоры по окончательному разрешению конфликта, где два — это Кишинев-Тирасполь, три — это Украина-Россия, ОБСЕ, как страны-посредники и гаранты, и два — это США и Европейский Союз, как наблюдатели. Но этот формат не работает уже несколько лет, и до войны не работал. Сейчас он вообще невозможен. Я почему-то уверен, что он работать уже не будет. Украина не будет садиться за стол переговоров с Россией. Один гарант этого формата развязал войну против другого. То есть это абсолютно дикая ситуация. И сторонники вот такого старого подхода, который, в общем, гарантировал не разрешение конфликта. То есть, ну и Приднестровью России, в общем, невыгодно было этот конфликт разрешать, потому что Приднестровье было источником для очень многих незаконного обогащения. Туда вкачивался бесплатный газ из России, производилась продукция, она продавалась по демпинговым ценам. Коррупционные составляющие были очень велики. Приднестровье — такая черная зона, через которую гнали контрабанду, группировки из различных стран и так далее. В общем, разрешать конфликт было невыгодно. Было выгодно его сохранять, но постоянно, так сказать, говорить о том, что вот необходимо там, предпринять усилия и так далее, и так далее. То есть демагогией заниматься. Сейчас для все большего количества людей, в общем, и для власти в Кишиневе стало очевидным, что главный фактор, препятствующий разрешению конфликта, это Россия, он ослаб. И к концу войны, после победы Украины, мы верим в эту победу, он ослабнет максимально. И в этих условиях, в общем, разрешение конфликта, ну, пойдет очень быстро. То есть в сотрудничестве с Киевом Кишиневу удастся легко убедить Тирасполь согласиться на условия, которые Кишинев выдвинет. И, в общем, Приднестровье деваться будет некуда. И они примут эти условия. Надо учитывать еще тот факт, что Приднестровье экономически ориентировано на Запад. Оно работает с использованием молдавских печатей таможенных и таможенных документов, то есть экспортируют через нас и так далее. Приднестровье — непризнанное государство. Поэтому все это разрешится, но не так, как представляла себе Россия, не так, как представляет часть политического класса, ну, я их называю «люди 23 февраля» в Молдове, ну и те группировки, которые на этом наживались, на существование этой проблемы. Я думаю, что по схожему сценарию не исключаю, не настаиваю, но не исключаю, по схожему сценарию будут разрешены и сепаратистские конфликты в Грузии, Южной Осетии, Абхазии. Вот. Так что, в общем, у Киева есть понимание позиции Кишинева. Кишинев не спешит сейчас разрешать этот конфликт. По всей вероятности, надо подождать оптимальных условий для его окончательного разрешения. С нашей точки зрения, это окончание войны, ослабление максимальной России и создание тех условий, при которых Приднестровье просто деваться некуда будет. Оно и независимым оставаться не сможет, к России не сможет
или говорить о том, что вот к России будем присоединяться, Россия не сможет Приднестровью оказывать никакой поддержки. Ну и в этой ситуации, конечно, Приднестровье вернется домой, скажем так. А как вы считаете, сами политики приднестровские готовы к этому? Послушайте, я, извините за неполиткорректность, но я думаю, что политики, Я имею в виду, да, некорректно их называть политиками. Я имею в виду, может, они увидят, что Россия уже как бы скоро все, и захотят решить свою судьбу, ну, скажем так, сдавшись, грубо говоря, да, и прекратив вот именно такое состояние Приднестровья. Я, в общем, об этом и говорю. А кто не захочет сдаваться, не то что сдаваться, просто в какой-то момент здравый смысл должен восторжествовать. Логика у людей все равно есть. Они поймут, что ну, деваться некуда. Кто не поймет или кто будет собираться, ну, есть для этого какие-то меры уголовного преследования и прочее, и прочее, и прочее. То есть у Молдовы есть достаточно рычагов влияния на разные категории и политиков, и военных. Это касается военного контингента Российской Федерации. Я повторяю, что из России там, в общем, офицеры, там от командира роты и выше. Остальные, в общем, местные жители с российским гражданством. Им тоже будут сделаны определенные предложения. Кто хочет вернуться домой, сдал автомат, получил билет на поезд и поехал к маме. Домой в Москву или откуда ты приехал. Остальные сдали автомат и разошлись по домам. Кто хочет перейти на службу национальной армии, если национальная армия Молдовы будет нуждаться в этих людях, значит, в определенных условиях перейдут в национальную армию Молдовы и так далее. То есть это уже, в общем, конкретика, которую Кишинев должен подготовить, и быть готовыми озвучить эту конкретику тогда, когда мы подойдем к моменту разрешения конфликта. Это самая легкая часть разрешения этого приднестровского конфликта. Почему? Потому что политическая реинтеграция – это такое короткое одноактовое действие. Вот реинтеграция многогранняя, многосторонняя, да, всеобъемлющая и экономическая, и политическая, и социальная, и инфраструктура, и так далее, законодательная. Это очень длительный процесс. Люди жили в условиях такого островка Советского Союза, очень ориентированы на Россию. Если мы на правом берегу были открыты для кремлевской пропаганды. У нас очень много людей, которые, несмотря на то, что вот год идет война, и, в общем, всем понятно, кто зло, кто добро, кто агрессор, кто жертва, все равно опросы показывают очень много людей, которые поддерживают действия России или оправдывают ее в каком-то смысле. В Приднестровье таких людей большинство. Мы еще столкнемся с другого рода проблемами, но это другой аспект, об этом можно говорить долго, но единомоментное решение этой проблемы, оно возможно, и оно возможно только и исключительно, я это говорю с полной ответственностью, в сотрудничестве с Киевом. Потому что у Киева сегодня уже очень тяжеловесная политическая позиция. После войны Киев будет решающим фактором и политическим, и военным, геополитическим в этой зоне Европы. Ну и, повторяю, Украина – та страна, которая, в общем, сегодня является гарантом и защитником нашей независимости и суверенитета. Мы это понимаем. Алексей, большое вам спасибо. Алексей Тулбуре, молдавский политолог та історик, колишній постійний представник Молдови при ООН та Раді Європи, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.